Каролина, партенокарпический гибрид огурца компании Lark Seeds. Растение мощное, образование бочковых побегов среднее. Плоды формируют темно-зеленого цвета. Генетически без горечи, не перерастают и не становятся бочкообразными. Гибрид устойчив к пернаспорозу, мучнистой росы, вирусу огуречной мозаики. Отличительной особенностью Каролины является ее устойчивость к стрессовым условиям выращивания и увядания. Гибрид выращивается в стеклянных и пленочных теплицах, а также в открытом грунте. Главное достижение гибрида – это его высокая и стабильная урожайность, отличный товарный вид, транспортабельность и долговременное хранение. Плоды используются для потребления в свежем виде и переработки.